Привет, YouTube, привет. Вот между ремонтами решил сделать тест грибков. Я анонс сделал. Вот тут у нас белые грибочки и черные. Небольшие наборчики китайские. Сейчас, как всегда, вот бензинчики такого мы все это дело обезжирим. Они тут немножечко промаринуются. И вот у нас есть такое крыло с пыжика. Вот. Крыло заменили. Решили не морочиться с ним. Цена на него смешная, она новая. Покрасили, поставили, уехала машина. Вот. На нем мы потренируемся. Это у нас будет учебно-тренировочное крылышко. Сейчас все надо привести в порядок. И потестим грибочки вот эти. Вот, посмотрим, как они себя поведут. Ну, как всегда, начну с того, что температура вот у нас в гараже 24, на улице, можно сказать, 26. Ну, температура нормальная. Работать будем клеем вот таким вот акфиксом. Вот. Или не знаю, что тут заряжено у меня. Пистолетик. А, Интерту. Ну, Интерту вам поработаем. Это украинский клей, черный Интерту. Анонс видели. В принципе, примерно одинаковые клеи. Немножко больше у него тяга. Чуть-чуть. Не намного больше у него тяга на отрыв. Вот, поработаем, значит, этим клеем. Вот грибки замариновались. Я их отмыл, оттер. Вот один наборчик такой интересный. И второй. Вот. Чуть помыл крылышко. Вот оно, как мы слышим, шуршит. Это опыл. Я немножко его полиролькой взбодрю. Вот, потому что мы слышим. На этот опыл клеится, смысла я не вижу. Поскольку это как бы будем тестить, надо привести в порядок. Поэтому взбодрим его полиролькой. Подготовочку к тесту. Немножко я вот тут его раскрепил, чтобы оно не прыгало. Крылышко. Вот. Полиролька, это второй номер Менцерна. Средней абразивности. Сейчас чуть полирну, потому что я уже показывал. Вот оно шуршит в опыле. Поверхность грязная. И тогда можно будет перейти непосредственно к тесту грибков. Почему? Потому что он должен быть более или менее объективным и полноценным. После полировки. Вот. Уже так оно не шуршит. Вот, слышно, да? Вот здесь уже. Вот, моем все это дело спиртом, дабы все лишнее, так сказать, что нам будет мешать, убрать. Вот и протираем волшебной тряпочкой. Сейчас высохнет и, в принципе, можно приступить непосредственно к самому тесту. Естественно, крыло тут жизнью его потрепало. Я поставлю лампочку, выцелимся на какие-то места, на которых можно это все сделать. И посмотрим, как они себя поведут, эти грибочки. Идет подготовка. Вот. Пистолет будет входить в режим. Лампочка вот она горит. Температурка у нас будет так, 130 градусов. Вот она меточка. Может чуть больше там. Сейчас пистолет тоже пусть входит в режим. Настал, как говорится, момент. Подготовка произведена. Как мы видим, тут у нас более-менее ровная вот эта часть. Вот на ней мы и попробуем вот эти грибочки. Честно говоря, мне непонятно назначение вот таких вот вещей. Я так подозреваю, что надо клея здесь побольше наливать, и тянуть они должны всей поверхностью. Ну, посмотрим, что у нас получится. Приступаем. Еще раз повторюсь. Вот между вот этой вмятиной и вот этими вмятинками более-менее у нас тут
поверхность живая. Попробуем здесь, что они нам покажут. Время выдержки где-то примерно вот по часам, я смотрю, где-то 40-45 секунд. Вот, клея я, как мы видим, не жалел. Тут как бы процентов на 50 грибочка наносил. Сейчас посмотрим, что оно покажет. Вот. Отрывается слабо. Вот он дышит. Приходится подтягивать. Вот такая вот красотень получилась. Насколько я так подозреваю, что это подтягивать плоские небольшие вмятины, чтобы тяга была не очень сильной. Продолжаем. Вот. Чуть сюда спиртику. И смотрим. Отходит. Клей нормально. Ну вот уже по линии можем судить, что все-таки подъемчик небольшой вот на этом грибочке получился у нас. И здесь тоже. Ну, вот сейчас посмотрим. Да, как мы видим, вот бугорочки у нас есть. Вот он бугорок один, вот он второй и вот он третий. Они тянут, но тянут как бы не очень сильно. Так что я думаю, что вот эти грибочки плавно, когда надо немножко поднять какую-то плавную вмятинку, обширную, допустим, да, все-таки размер у них приличный, вот тогда и можно пользоваться такими грибочками. Вот, поехали дальше. Следующие вот такие у нас грибки плоские, с таким вот рисуночком и прорезь внутри и отверстие. Вот тут я буду наносить очень тоненько по центру, как бы, ну, посмотрим. А в принципе можно нанести и побольше, но вот я сейчас покажу. Рядом чуть пониже я их вот здесь вот проклею и посмотрим, что у нас получится. Вот таким образом тут у нас заломчик вот он такой, я решил чуть дальше на чистых местах приклеился. Время выдержки опять же где-то 45 секунд. Еще раз повторюсь, температура у нас, как мы видим, вот на улице 25, ну в гараже тоже примерно 25-24,7, и по времени, ну еще тут чуть-чуть, где-то вот примерно 45 секунд получается у нас. Ну, там чуть меньше, чуть больше. Эта роль играет, но... Подтягиваем. И потихоньку, да, тяга у них прям крыло аж сжимается. И, как мы слышим, резко отщелкиваются. Вот такое вот пятнышко остается. Довольно-таки жестко они отщелкиваются. Вот второй. Третий. Четвертый. И пятый. Жестко отщелкиваются сейчас. Посмотрим, что у нас получилось.
опять же спиртик. Снимаю сам, делаю все сам, так что сори, если что-то не так. Я просто, как и обещался, раз обещал, надо выполнять. Сниму тестик, что это за грибочки, как они тянут. И кому надо, могут заказать. Это все заказано было у наших братьев меньших китайцев на Алиэкспрессе. Вот. Смотрим, что у нас получается. Ну, как мы видим, вот раз, два, то же самое, три, четыре, вот он бугорочек, и пятый у нас, вот он, подтягивают они неплохо, ну тянут, тянет практически, как мы видим, тянет у нас, вот она, серединка, они тянут, то есть вот эта прорезь, вот в этом месте на прорези, они, собственно, и обладают максимальной тягой. Вот такие вот грибочки. Ну все, я думаю, кто, как говорится, в теме, тот поймет и... Если надо, закажет. Нет, значит нет. Ну вот и все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. До новых встреч.